Здравствуйте, дорогие товарищи! Вы смотрите канал на YouTube «Спорим врут». Мы ищем правду. Зовут меня Влад Серов, и сегодня в выпуске. Европа никак не может определиться, то ли накричать хочет на Китай, то ли в ноги кинуться и умолять. Вот и поехали на саммит в таких высоких неопределившихся чувствах. Остались только чувства тонкие и два определимые. То ли музыки цветов хочется, то ли зарезать кого-нибудь. Ну что, спорим, что это правда или не совсем? Наговаривайте вы на нашу семью. Грех это. Рубрика «Их нравы». Помогите нам выкарабкаться из экономической ямы, но для этого извольте соответствовать нашим политическим установкам. Примерно такую немыслимую с точки зрения здравого смысла формулу Европа пытается навязать своему предельно важному экономическому партнеру Китаю. Хотя не Европа, а Евросоюз. Это не одно и то же. Достаточно вспомнить, как брюссельские надсмотрщики за Европой месяцами и годами изводили всех дискуссиями о том, как с точки зрения стратегии и идеологии должно выглядеть развитие отношений с азиатской державой. Получилась опубликованная в июне бумага по стратегии с формулой «Китай для европейцев – это одновременно и партнер, и конкурент, и стратегический вызов, надо сокращать европейскую зависимость от него». По чисто американской формуле, в одних сферах с Пекином можно сотрудничать, а в других надо проводить с ним антирисковые меры, то есть разрывать все отношения. Мало того, сейчас на саммите был разговор о том, что ЕС недоволен китайскими компаниями, помогающими Москве обходить евросанкции, и требует с этим безобразием прекратить. А шнурки тебе не погладить? Особенно радует еврочиновников, конечно же, тот факт, что подобные саммиты проводятся уже давно, а в переводе на русский язык «давно» означает еще с тех времен, когда Европа была в силе, всеми командовала, а что самое главное, посылала сигналы. Это вот как у всех живых существ есть инстинкт продолжения рода, оставил потомство и хорошо, дело сделано. Так и у еврочиновников есть инстинкт посылания сигналов. Неважно, как там с экономикой, безработицей, безопасностью и стабильностью, еврочиновник существует, чтобы посылать сигналы. И если он кому-то послал сигнал, то все остальное уже неважно. Главное предназначение в жизни выполнено. Поэтому решили именно саммит провести. Традиция давняя, Европа тогда еще посылала всем сигналы. Все было хорошо, рядовые обыватели должны, по идее, вспомнить о временах давнего процветания. Но не получилось, не фортануло. Не взошло у европейских садоводов начать с того, что нынешний дефицит баланса внешней торговли по направлению ЕС-Китай составляет около 400 миллиардов долларов. Причем надо понимать, что в Европе сидят, в общем-то, далеко не любители пострадать и помучиться, и дефицит, приближающийся к полутриллиону, это свидетельство полного краха внутренней экономики ЕС. Раньше производили все сами, свое собственное, теперь вынуждены закупать. Самое смешное, что они почему-то думают, что если Европа представляет из себя рынок сбыта для Китая, то и диктовать условия будут они, дескать, а не то перекроем вам доступ. Китай же справедливо полагает, что если они все закупают в одном Китае, значит больше негде, конкурентов нет, и в Пекине вежливо говорят, ну, дело ваше, перекройте, рискните, так сказать. Вас предупреждали. Вас же предупреждали. Европейцы открыли расследование, а не субсидирует ли азиатский гигант свое автомобильное производство, особенно электрокаров, которое вытесняет все четырехколесное уже из собственных европейских рынков. При этом ЕС требует по возможности неограниченного доступа к китайскому рынку, предъявив Пекину список из более чем тысячи таких вот требований. Еще европейцы со злобой отмечают, что импорт КНР не только из Европы заметно сокращается, а это нечестно, потому что тут опять видна рука правительства, а именно программа «Сделано в Китае 2025». Но в этом случае главное не перепутать. Когда в Европе вводят санкции против стран, где есть конкурирующие компании, то это другое,
И надо понимать разницу. Это у них демократия, права и ценности. А когда Китай избавляется от зависимости от Запада, это уже не рыночное вмешательство государства в экономику. В моем доме не выражаться. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь, и уже завтра новый выпуск на нашем канале. Не пропустите! Чао!